Да, друзья, я, конечно, не ожидал, когда позвонил вот этот из ВТБ, они обычно серьезные, а тут такое это веселое оказалось. Вот эти вот повторения сказанного, ну, скорее всего, от волнения и от безысходности, невозможности каким-то другим, более разумным способом зафиксировать свою точку зрения. Ну, давайте послушаем, повеселимся вместе. Итак, поехали. Звонок. Служба взыскания банка ВТБ 24. Серьезная организация, но штат, конечно, там подгулявший. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Москва, ВТБ 24. Ой. Николаевич, могу я услышать? Да. Как ваше имя и отчество? Не расслышал. Максим Валентинович Замутки меня зовут. Почему не закрывать перед звонком, Сергей Николаевич? Сразу как. Денег нет. С чем это связано? С отсутствием денег. Что связано с чем? Я четко, как конкретно... Как вы будете решать? Платить будете банку? Нет? Скажите нам одно. Не знаю, не готов ответить сейчас на этот вопрос. Как обстоятельства сложатся? То есть не созрели еще, да, до решения данного вопроса? Не созрели еще пока? Не созрел еще. Не понимаю, как решать этот вопрос. Вам необходимо долг закрыть перед банком, сумму внести. А вас нет. Ага, да, констатация факта. Согласен полностью. Вот непорядок, да? Ага. 41 тысяча как будете закрывать, текущий долг? Не знаю, я же вам все одно и то же спрашиваю, типа 100 раз. Ну, значит, мы подтверждаем, что вы нас платить отказываетесь, то, что у нас отказник, да? Да что хотите, то и делайте. Я же вам отдал ответ на ваш вопрос. Что это такое? Что вы, отказник, вы у нас отказник, получается, верно? Да хрен в ваших там этих терминах разберется. Отказник. Согласник, да, наверное? Отказник-согласник, да? Нет, есть отказник, а есть овца послушная, да? Наверное, может, так, да? Все, можешь так и договорить, да, можешь так и говорить. Я сейчас отказ фиксирую, потому что вы с банком работать не собираетесь. Да, пишите, он отказник, а не овца послушная, так и пишем. Отказник, да. Отказник, но не овца послушная. Все верно. Отказы фиксировал. Так, вам письмо куда-то слать? По адресу... Какое письмо? Куда вам что писать? Куда? Адрес назовите мне. Куда? Я из курятника сейчас звоню. Куда? Зачем по три раза повторять? Куда? Письмо. Адрес назовите. Харе куда хтать? Адрес. Москва, Кремль, ВВП. Адрес ваш, оплата. Он только что его звал. Актуально, говорите мне. Я не могу понять, зачем по два раза одно и то же говорить? Че, волнуешься, что ли, или что? А зачем мне волноваться? Ну, я вот тоже думаю, смысл волноваться. Сергей Николаевич, прям вот мне мурашки пробежали по коже, видно. Так вот в том-то и дело, я тоже не вижу причин волноваться тебе особенно. Как вас не испугаться-то? Да не надо меня пугаться, я же поэтому и вопрос задал, зачем волноваться? Зачем по два раза? Отказ фиксирую, письмо. Все, отказ. Ветер с моря дул, нагонял беду. Да. И сказал ты мне, больше не приду. На улицу станьте, вот, где, наверное, еще деньги получите за эту песню, еще будете петь там. Ну, я просто тебя сейчас передразнил, да и все. До свидания. Давай, не кашляй, чувак, трубку только не забудь положить первую, я никогда трубку первую не кладу. Классный ролик получится, да, на YouTube выскочит. Как думаешь, как назовем мы его вместе с тобой? Алло, гараж, куда денег заплатить? Я передумал, буду платить. Давай разговаривать дальше. Ой-ой-ой, давай. Алло, фантазер, ты где? Да, друзья, я всегда говорил, если у вас уже есть просрочки, если вы уже допустили какие-то пропуски платежей, если уже начали, как говорится, скапливаться эти самые штрафные проценты, то лучше прекратить вообще любые финансовые отношения с банком. Очень тяжело, поверьте, по опыту наших клиентов, вам заявляю, очень тяжело выбраться из этого болота. Без убытков это точно не получится. Ну и, конечно же, большая доля вероятности, что вы завязнете в этом болоте и будете всю жизнь им платить. Именно этого они и хотят. Друзья,
не нужно, да, действительно лучше разобраться. Мы вам готовы помочь во всех этих перипетиях. Для начала я предлагаю вам посмотреть видео на нашем сайте. Ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика есть. Также для вашего удобства есть кликабельная подсказочка. Сейчас она в окошке трансляции выходит. Вот она. Что там вы увидите, услышите и поймете? Ну, во-первых, алгоритм работы кредитных юристов компании «Алям». Как мы помогаем нашим клиентам, точнее не помогаем, а реально приводим ситуацию к той, когда банку, ну и вообще МФО, онлайн-займу, любому вашему кредитору выгодно отказаться от претензий. Мы не списываем вам долги. Это никто не может сделать, кроме самого кредитора. Но создать условия, когда кредитору будет выгодно отказаться от претензий к вам, вполне реально. Причем сделать это можно 100% законными методами. Еще раз. Если хотите воспользоваться услугами грамотных юристов, юристов, которые только этим и занимаются, только помощью людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, связанную с кредитами, пожалуйста, проходите на наш сайт и смотрите видео. Как только посмотрите видео, оставляйте заявочку в форме на сайте, пишите корректную информацию, там, где положено писать эту информацию, и ждите звонка нашего специалиста. Звонить мы будем с телефонов, которые указаны на нашем сайте. Забейте их себе в контакт и не пропустите звоночка нашего специалиста. Звоним мы в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. Еще раз, для вашего удобства выходит кликабельная подсказка в окошке трансляции. Вот она. Смотрели видео. И еще хотелось бы порекомендовать вам целый плейлист на нашем канале, где собраны воедино несколько десятков роликов, отвечающих конкретно на какие-то отдельные вопросы, связанные взаимодействиями с банками, взаимодействиями с нашей компанией. Много-много чего интересного. Целый плейлист. Обращение Кузнецова Дмитрия, руководителя компании «Алям». Вот смотрите, сейчас опять для вашего удобства выходит кликабельная подсказочка на этот плейлист. Вот она. Буду рад знакомству с вами. Тех, кто не успел еще подписаться на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии пишите, проявляйте активность на нашем канале. Это очень приятно, это очень полезно. Репост в соцсетях, то есть поделитесь ссылочкой этого либо любого другого ролика в тех соцсетях, где вы зарегистрированы. Пускай как можно большее количество людей узнает всю правду. Я за это вам отдельно благодарен. И предлагаю еще подписаться на группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого ролика есть, да и другого любого. Все ролики с YouTube-канала дублируются ВКонтакте. Да и так много полезной информации у нас есть в группе. С вами был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании «Алям». Всего вам хорошего, друзья. Счастья, здоровья и финансового благополучия. До свидания.